Он же его слен, он живет у меня. Нет, там он где. И есть одно дело. Сегодня у него... Всем доброго утра, друзья. Опа, вот так у нас намело. Опа, лисинок-то мы не видим. Катимся, друзья, катимся. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас мы с вами прогуляемся по городу Владивостоку. Друзья, ну что у нас? Поднасыпало у нас. Но не сказать, что критично. Но есть немного. Есть. Я, конечно, ожидал еще худшего. Но уже где-то в часов, грубо говоря, 12. Уже просто ветер дул. И не очень, как говорится, такой шел интенсивный снег. Так что так было более-менее. Я, конечно, думал, что будет хуже, хуже. Ну, насыпало так, как и говорили. 25 миллиметров. Опа-па-па. Ну, мы идем на работу, посмотрим, что у нас там. Движняк на дороге такой себе, никакой. Так что посмотрим, будем работать, не будем, друзья. Но прохладно. Прохладненько, прохладненько тоже. Ночью, наверное, было градусов 17-18. Сегодня будет тоже. Вот снеговички поставили. Ну все. Едем, смотрим, друзья. А у нас на базе же здесь, ребят, такой коридор. Ветер дует. Все надуло сюда. Видите, ветер разогнал. Разогнал все, друзья. Опа. А здесь у меня вообще все нормально. Фу, значит, греем машинку. Там посмотрим, что дальше делать. Да, было холодно ночью. Было ночью холодно, друзья. Я еще, блин, оставил чуть-чуть открытое окно, и у меня тут снегу чуть-чуть навалило. Ну, Игорь Николаевич, ну, Игорь Николаевич. Ладно, сейчас отогреемся, посмотрим, что там. Заявок-то много. Но вот как ехать только, мы посмотрим. Так что сейчас будем определяться. Да, намело хорошо, конечно. О, греем. Газель греем. Кто-то мне написал, говорит, откуда, говорит, в Владивостоке газель. Да, Владивосток уже пол Владивостока газелей. Так что. Ну что я вам скажу, друзья, даже центральные дороги почищены не очень. Да, конечно, их чистили, но, скажем так, как-то все не очень. Ну, как ни сделай, все равно будет не очень. Ну да, даже такие центральные, если смотрите, как занесло слой какой снега, замерзшего. Сегодня холодно. Друзья, я даже не знаю, сколько градусов, наверное, под двадцатку. Ну, посмотрим, послушаем по радио, сколько. Прохладно вообще. Пум-пум-пам. Да. Ну, как всегда, друзья, я всех хотел поблагодарить, кто оставил комментарий, кто подписался, кто поставил лайк, дизлайк. Друзья, всех благодарю от души. Вчера меня порадовали, столько было сообщений. Постарался на все сообщения ответить вам. И очень много посмотрело людей вчерашний ролик. Ну, как посмотрел, в основном люди заходили и уходили. По времени просмотра, конечно, там видно, что люди заходили и уходили, но многие и подписались, так что благодарю от души. Так что вот сюда. Так, это у нас остановка бывшего универсам. Сейчас у нас она Парк Победы называется.
Это кто вот подписался, может быть, не знает. Так что будем говорить. Да, дорожки-то не очень, не очень-то, не очень. Хотелось, я думал, будет получше. Ну и бог с ним. Потихоньку мы что-нибудь отвезем. Так, путепровод более-менее пустой. По нижней дороге не поеду там, через Камскую. Поеду через военное шоссе. Смотрю, здесь более-менее ехать можно. Что-то мне там не хочется сегодня ехать. Сегодня, наверное, звук будет тоже плохой, потому что дребезжание такое, друзья. Так что, если что, сорян. Кто-то мне написал, говорит, ты постоянно говоришь уже. Говорит, пока ролик смотрел, раз 50 сказал, друзья. Да, что-то привычка такая, друзья, друзья. Ну, друзья же. Друзья, друзья. Опа. Вот, пробивается асфальтик. Выехали на Народный проспект. Сейчас повернем на военное шоссе. Что-то здесь какие-то сугробы. Что такое? На военку заехали, военное шоссе. А я это про себя думаю, друзья. Ну, наверное, и правильно, что выпал снег и тут и подмерз. А то бы был у нас такой гололедище. Оп, занесло чуть-чуть. Сейчас все это укатается и нормально будет, вообще можно будет движуху делать. Потом песочком еще посыпят немножко и все будет окей. Так, надо заехать кофейку купить. Кофеечку, кофейку. Посмотрим, можно подъехать там, нет, кофеечку взять. Там же тоже вот засыпало все. Опа. Да. А тут ты не подъедешь, да? Ну, мы постараемся подъехать. Оп. Вот так вот. Если что, откопаемся. Если что, откопаемся. Сейчас мы здесь кофейку возьмем. Кофе не подорожало, друзья. У них тут очень вкусный кофе. Просто я не знаю, какую растворимую они делают кофе. Но у них просто кофе вкусный. Так, блокировочку. Опа. 60 рублей у них стоит это стаканчик. Поехали. Отлично. Да, дорожка здесь тоже. По Океанскому проспекту я бы не сказал, что хорошая, но... Что-то аварийки включил. Что такое? Заносит. Есть такое. Так, приблизились к кольцу первой речки. Ребят, главное не тормозить. Давай. Поехали. Да, завалили тут машину. Ну, конечно, машины некуда ставить. Наставили тут. И все. И сугробы. Ну все, в галерею мы отгрузились, друзья. Вон там я встал. Интересно мне, поднимусь я или нет. Тут что-то тоже гололедик такой есть на дороге. И мне нужно на Семеновскую. На Семеновскую. Ладно, постараемся тронуться. Ну все, блокировочку включили. Ладно, попытаемся сейчас.
тронуться, ребят. Ну, вроде едет. Ничего, я думал, будет хуже. Пробуксовываем немножко, но ничего страшного. Сейчас на вторую. Буксуем чуть-чуть, мы буксуем. Да, в такие уже не суваться между домами. Сейчас мы взглянем, что у нас в центре. На третью переключились. Кванториум. Опа. Это вроде бывший... дворец детского творчества. Раньше был дом пионеров. Первый дом пионеров, где я трудился. Первую мне выдали работу, когда мы устроились в ДМП. Нас послали туда подрабатывать на пару дней. Мы что-то там белили, красили, что-то такое. А потом пошли в море. Так, ну, урбан. Это центр, это вы знаете по-английски. Все, поехали. Урбан, урбан. Урбан, бурбан. Поехали, пацаны, поехали. Потихоньку-то надо ехать. Оп. Едем, едем, едем. Оп. Ну да, сейчас надо осторожненько, осторожненько. Ну что, теперь. Не надо торопися, не надо волновайся. Так, заехали уже на Оливудскую с вами. Ну такой движняк, такое себе. Не сказать, что плохо, не сказать, что хорошо. Едем. Так, прямо нам не надо. Направо нам на Динамо и на набережную не надо. Нам нужно налево. На Семеновскую. Все, повернули. Хорошо. Так, тут тоже, как скажем, не очень-то хорошо почищено, но почищено. Опа, кто-то что-то скинул. Какое-то сообщение. Да. Ребят, поехали, а? Пацаны, поехали. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чистят, чистят. Молодцы. А, это тут надо было Сузуки припарковаться куда-то. Оп, ну что сделать надо? Так, а мне где-то нужно будет вот там. Или что стоит? А мне где-то за ним надо припарковаться. Здесь не надо припарковаться. Оп. Оп, 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 оп. Сюда мне отнести надо. Товарчик. Ну все, мы Семеновскую тоже отгрузили. Так, будем сейчас пытаться подниматься на фуникулер, друзья. Так, что у меня, какие планы? Планы. Сейчас посмотрим, куда нам лучше стартануть. Куда нам лучше стартануть? Куда нам лучше стартануть? У меня есть сегодня... Фу, Енисейская, блин. Ёпарасоте. И есть у меня Выселковая. Ну там ДВ-торг, это рядом там с нами, там это на столетие, там не проблема, там вообще вот такая вот, такой ящичек отнести. Ладно, попытаемся съездить на Магнитогорскую. Если не получится, тогда я лучше, друзья, наверное, сразу съезжу на Выселковую. Сейчас посмотрю, где будет пусто, туда и поедем. Чё там кубатурить? Так, включаем машину и поехали. Оп. Буксуем, но едем.
Давай, давай, газелька, давай, давай. Несет немного боком, друзья. Опа, оп, 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 оп. Едем, едем. Давай, газелька, давай. Ну, вроде поднял. Ну, куда ты, мать? Ну, ты куда ты? Едем, едем. Нормально. Так, нам главное на фуникулер подняться, друзья. А не, я вот так вот сделаю, друзья. Оп-оп-оп-оп-оп. Не, на фуникулер я могу не подняться, а мы здесь вот с вами. Опа. Вот так я сделаю. Оп. По этой дороге, друзья, мы с вами вообще почти не ездим. И никогда. Ладно. Что, мы сможем тут подняться? Это у нас у Боревича, друзья, у Боревича. Я все привык говорить, друзья, друзья. Ну, сорян. Опа, если кому-то не нравится. У Боревича мы едем по у Боревича. Главное не буксовать. Ох ты, пробуксовал немного. Ой-ой-ой. Давай, 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 газелька, давай, 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 давай. Буксуем, пацаны, буксуем. Буксуем, буксуем. Оп-оп-оп-оп. Опа, чуть не занесло, ребят. Чуть не занесло. Ну ладно, поднялись. И это хорошо. Так, все, выезжаем на Партизанский проспект. Потихой. Тут какой гололедик-то чувствуется. Ну, там вот асфальтик немного развезли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Подзаносит. Айкидо, дом физкультуры. У меня знакомый в 90-е годы здесь занимался спортом. Ходил постоянно в спортзал. Ну все, мы поехали на Партизанский проспект. Давай, обгоняй, обгоняй, а то ты торопишься, торопишься. Повернули на Красного Знамени. Что у нас здесь? Поворот на Гоголя. Свободен, спокойно. Но нам туда не надо. Поехали. Так, там что там? Заглох, что-то Prius. Да, скажем так, вождение сегодня, конечно, затруднено. Я в плане того, что сегодня надо быть тихонько и осторожненько. А так ехать можно. Но только по центральным. Мы еще с вами съездим на БАМ, посмотрим, что там творится. Смогу ли я там вообще подняться? На столетие что-то уже пробочка небольшая такая. Заторчик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там, может быть, подняться не могут. На бам-бам-бам. Там точно можно прорасти. Опа. Волосики назад. Как мне там написал подписчик, говорит, тебя только, говорит, услышал, говорит, волосики назад. Сегодня и назад, и вперед, и дыбом могут стать. Ай, волосики назад. Да, что-то все трудно. Как-то все трудно. Ну, двигаться-то надо, надо, надо. По-любому. Да, затруднено, потому что дорога такая. Вообще просто
никакая. Решил я съездить здесь в Парус, мне по пути. Заедем в Парус, чтобы мне потом не возвращаться. Мы заедем в Парус, японский городовой, мой. Еду, друзья, с вами общаюсь, разговариваю, что-то вам рассказываю. Потом смотрю, у меня уже телефон завис. Думаю, вот я балабол, вот балабол. Так, мне нужно на Магнитогорскую съездить. Посмотрим, сможем мы там подняться или нет. Если нет, разворачиваемся, едем в другую сторону. Я что вам рассказывал? Ладно, сейчас попробуем здесь забраться, чтобы не было проблем. А потом вам расскажу. Парнишка там со мной разговорился в Парусе. Развозит колбасу. Что-то тоже. А там не один водитель, что-то решили со мной сегодня пообщаться. Видно, сегодня лицо у меня такое добродушное. Все хотят поговорить со мной. Так, по Кирову мы едем, едем, едем. Сейчас мы... Как мне там на Магнитогорской будет? Возможно... Ой, 4 коробки мне там надо отгрузить. Сюда мне направо надо. Оп, заносит немного. Ну, вроде поднимаемся. Блин, ну хреновато, ребят, хреновато. И подзаносит меня. Оп, 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 оп. Не буксуем, Игорь, не буксуем. Блин, мне сюда вот надо. Где мне припарковаться? Охренеть. Охренеть. Негде, негде, негде. Так. Мне сюда вот так вот надо, друзья, ладно. Осторожно. Фу. Отнес 4 карабаса по этому гололеду. Вот тут смотрю, кафель такой нескользящий, более-менее нормально. Но если намочится, тоже я вам скажу. Да. Ну и ладно. Оп. Все, оттащили. Здесь я повернул и туда отстал. Сейчас вниз спустимся и будет окей. Потому что вверх ехать просто проблематично. Проблематично. Сейчас мы здесь спустимся. Оп. Оп. Так, 2 зарядки здесь сделали. Это хорошо. Ветер поднялся. И так холодно, блин, еще и ветер. Что ты будешь делать? Спотел. Спотел, спотел, спотел. Давай, проезжай, проезжай. Надо попить кофейку. Ну так, ребят, все, поехали, короче, на Выселково. Если мы там сможем подняться, спуститься, то вопросов нет. А если что, то оставим это все на понедельник. Ну и в задницу. Это мы спускаемся, у нас улица Кирова. Не, по снегу-то без проблем. Так, мне еще надо что-то заправиться, заехать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так-так-так, несет немножко, несет. Несет. Чуть-чуть. А кто-то мне написал, говорит, АБС-ка спасает. Друзья, я не знаю, ну, водители все разные. У меня был этот пробокс, я в такси работал, на АБС-ке был. Я попросил механика, чтобы он мне эту АБС-ку отключил. Потому что я на ней вообще ездить не мог, вообще. Я не чувствую педали, я не чувствую тормозов. Не-не-не, я вообще
отказался. А некоторые люди наоборот говорят, что ОБС-ка спасает. Нет, так я говорю только за себя. Блин, ну такая шляпа была, что я вообще просто поражался. Может, сейчас они как-нибудь усовершенствованы, может быть, там они там лучше срабатывают. Но я когда по снегу ездил, по гололеду, блин, ребят, я только матерился. Только матерился. Что там, хотел Фит меня обогнать? Ну, конечно, что, Фит хотел, конечно, обогнать. Тук-т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 ук. Оп. Марч, девочка меня пропустила. Спасибо. Спасибо. И, блин, у меня еще и лампочка перегорела задняя с правой стороны. На аварийках стоял, подошел, смотрю, что-то не горит. Но у меня где-то запасные были, надо будет поменять. Так что я говорю, что сколько водителей, столько мнений. Но мне БСК вообще не нравилось. Уметь-то тоже тормозить надо. Не надавил педаль и жмешь ее, как перепуганный, блин. А все. Где-то плавненько, а где-то резкие движения, такие помаленьку. Раз-раз-раз и притормозил. Ну, это, наверное, вы без меня знаете. Меня вас учить, друзья. Вы сами ученые. Да что так холодно-то, ёпарасоте? Холодновато стало. Ну все, выезжаем. Я на русской, друзья, решил по русской проехаться. И там на Выселковую. Только так. Через БАМ я не рискнул. На БАМ мы потом спустимся по Днепровской. Да, смотрю, уже выехали люди. Выехали. К обеду уже начинаются заторчики. Еду, смотрю, спереди едет Яндекс.Такси. Написано сзади на бампере. Требуются водители. График работы 5:00. Блин, это, ну ты считай, неделю работаешь. 2 дня, субботу, воскресенье отдыхаешь. Блин, ну это такое себе. Такое себе. Я как вспомню, когда мы работали в такси. Не-не-не, сейчас даром даже не надо. Даром не надо. Это постоянно на нервах. Каждый день. Редко когда бывает. День проходит у тебя удачно. Постоянно с этими клиентами. Как свернут тебе кровь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Врагу не пожелаешь. Постоянно недоедание, голодание, перекуривание сигарет от нервов. Нет, блин, и даром не надо. Сейчас даром не надо. Что-то здесь на Кутузова пробочка. Там кто-то встрял. Так, подбуксовываем немножко. Есть такое. Есть такое немного. Вот здесь на русской хоть ровненько. Ровненько едем. Сейчас мы там на кольце Багратиона немножко постоим. Это по-любому. Да, припарковался ты. Изрядно умно. Опель. Да, раньше же были опели. Сейчас что-то я их не вижу. Вообще редко попадается на дороге опель. Да, я вам забыл же, друзья, хотел же рассказать, что со мной там в парусе что-то водители разговорились. Хотели со мной поговорить. Здесь троллейбус у нас смял 4 автомобиля. Так. Пришел в парус. Один водитель что-то ходил вокруг меня, там, ну, взрослый такой. И начал со мной такой разговор. Вот в 2000-х годах у меня был автомобиль, грузовик. У меня был грузовик бензиновый, как он мне нравился. Я такой стоял, я говорю, да был у меня, говорю, бензиновая Mazda, говорю. Там что-то
850 килограмм грузоподъемности. Мне тонну загрузили, говорю, я никуда не смог доехать, даже до Уссурийска. Нахрен нам нужно? Ну да, типа. Потом давай, что-то мне опять рассказывать. Потом смотрю, его там начали принимать, и он все, он перестал со мной говорить. Потом заходит парнишка. Заходит такой и говорит, а у вас, говорит, товар уже здесь? Мы говорим, да, здесь. Он говорит, блин, мне надо колбасу, говорит, выгрузить. А то она у меня, говорит, типа замерзнет. Мы говорим, так выгружай. Он подходит и такой говорит, блин, что-то, говорит, мне надоело, говорит, типа это самое, разгружать эту колбасу. Я говорю, да что так-то, что, говорю, так-то? Вы, говорит, вон возите по коробочке, типа, а я, говорит, вот вожу. Я говорю, ну все зависит от того, что сколько тебе платят. Можно, говорю, и по коробочке носить и мало зарабатывать. А можно, говорю, и грузовиками возить большими контейнерами и зарабатывать больше. Он говорит, ну я зарабатываю мало. Ну мало, это, говорю, такое растяжимое дело. Говорю, ну сколько мало? Кому-то 50 мало, кому-то 150. Он говорит, да у меня 50, мне мало. Я говорю, ну ты, наверное, еще в субботу работаешь. Он говорит, ну да. Я говорю, ну вот видишь, в субботу работаешь, полтинник платят. Компания ВИК колбасу возит. Ну для меня, говорит, это мало. Я такой удивился. Я говорю, понятненько. Так, пацаны, ну перестаньте тут это тормозить. Блин, сейчас посмотрим потом на Выселково. Если там совсем плохо, я не поеду, не поеду, не поеду. Тут аварийка. На аварийке стоит. А, он просто не едет. Так. Блин, ну там, ребят, грузики что ли не пропускают, что-то типа того. Там, наверное, задница. Вон там ГИБДД стоит. Что-то случилось. А, тут что-то случилось. То ли врезались, то ли что. Вон что. Ну да. Тут вчера мы сильно буксовали, ребят. Ну давай, не останавливаемся, не останавливаемся. Поехали. Да, там тоже грузик стоит. Может, мне лучше не суваться туда. Там вроде едут, вроде бы. Ладно, поедем. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Посмотрим. Что ты едь, ёпонский твой, блядь. Меня тормозишь, блин. Я и так тут еду. На пределе. А нет, асфальтик проскакивает. Асфальтик проскакивает. Мне тут надо повернуть налево будет. Я не знаю, там почищено, нет. Бывшая объездная дорога была. Ее потом что-то там прикрыли, закрыли, начали стройки какие-то. И мне вот туда надо. Мне так мне объяснили. Оператор объяснил, что там мы находимся. Я первый раз в эту компанию еду. Где-то будет здесь поворот налево. Через метров 300. А может быть 200. Вот там вот где-то стройка вот, и мне туда надо. Так, ребят, я убираю телефон. Оп, куда-то я заехал, друзья, здесь. Куда-то я заехал. Где тут компания, не знаю. Ну тут фирма Рекорд. Оп, какая-то фирма Рекорд, это в которой я в бывшей раньше работал, друзья. Так. Так, сейчас буду звонить, узнавать, где эта компания находится. А, наверное, вон там.
Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Да, наверное, там. Я так думаю. Блин, зря я остановился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зря я остановился. Сейчас как-нибудь туда подняться. Не мог я здесь, ребят, преодолеть эту горку. Не мог. А мне туда надо, налево. Вон оно написано, GTD. Блин, ни в какую, друзья. Охренеть. Не могу, не могу, не могу. Что делать, что делать? Как-то надо. Как-то надо горку эту преодолеть. Ладно, попытаюсь еще раз, ребят. Что-то никак не могу. Еще разок. Не могу, пацаны, не могу. И все, здесь меня тормозит этот занос. И дальше уже не могу, блин. Да что ты будешь делать? Если вот этого заносика бы не было, я бы разогнался бы и нормально. Что-то он мне не дает никак разогнаться. Сейчас еще третий раз попробую и буду разворачиваться, наверное. Мучить машину и себя. Ну никак не могу, блин, тормозит меня и все. Сейчас надо как-то развернуться. Как развернуться, не знаю, буду пытаться. Что-то как-то пурга началась, вообще просто жесть. Обалдеть, обалдеть. Не могу и все, тормозит меня все-таки этот снежок, тормозит меня. Ладно, буду выезжать. Сколько можно мучиться? Почистят или потом раздует ее более-менее, то будем заезжать, а так никак. Да, не дает, друзья, мне здесь снег. Я уже который раз пытаюсь, ну все. Просто думаю, мало ли, вдруг не хотит никак. Друзья, не хотит. Так, мне надо как-то развернуться вот, и все. Поехали мы отсюда. Вот. Нахрен. Опа. Не получается, не получается. Чего машину мучить? Они вон там находятся, вон GTD. Да. Получается. Что-то ветруган какой-то сильный. Не хотит газелька, ребят, ехать сегодня почему-то. Вот здесь тормозит меня немного снег. Я дальше не могу набрать оборотов, потому что... Ну, что объяснять, сами знаете. Я ему чуть-чуть газику даю, он только прокрутил колеса, и все, он уже не едет. И все, он уже не едет. Ладно, что мучиться. Опа. Едем мы тогда в гараж, друзья. А, мне надо нового мода отвезти. Сейчас мы там, я попытаюсь им завести два фильтра и топор. Два фильтра и топор. Отвезем им. И все. И на этом сегодня хорош. Экстрима. Экстрима хорош. Сейчас мы здесь по Веселково спустимся. Я думаю, мы здесь... Без проблем спустимся. Ну ладно, хотя бы попытался. Я позвонил в офис, сказал, что так и так, девочки. Ну, что мучить машину, что потом где-нибудь вообще встрять там. И да ладно, что, говорит, в понедельник уедет. Что-то мучить. Если бы немножко было бы подсыпано, то я думаю, я бы вообще никаких проблем бы там вообще забрался бы. Или бы снежок вот этот был бы немного убранный, чуть-чуть бы убранный, и все. А то он меня очень сильно тормозит. Ну, как-то так, друзья, как-то так. Сейчас мне надо бухгалтеру позвонить, спросить, на карточке деньги есть, если что, заправимся сразу на понедельник. И все, что потом нам... Не бегать, не кипишевать. Так, что у нас здесь на Днепровской? Оп. Ну, тоже почистили. Более-менее. Так, едем. Не мог дозвониться до бухгалтера, где, куда пропало. Что у нас там? Солярка-то есть? Нет. Опа, заносит. Немного заносит. Так.
Блин, ну заправка что-то закрытая. Извините, мы закрытые. Блин, только с той стороны. Ладно, нет, так нет. На нет и сюда нет.